Потому что у нас, ну, грубо говоря, не только искусство, ведь у нас воскресная церковь, поэтому закон Божий в первую очередь. Закон Божий в первую очередь. И когда я делаю поделки, я рассказываю детям что-то, или они делятся со мной. Вот один ребенок, была тема «Дружба». Что такое дружба? И один рассказал, как вот он познакомился с мальчиком, который его когда-то спас, когда он тонул. Вы представляете? Это дети сразу все ушки на макушке, все настропалились, все слушали, что так интересно. Про героизм детский ребенок рассказал, неожиданно. А вроде курочки и петушки, и тут какие-то, понимаете, скорлупки. А на самом деле совсем другое дело. Так что вот я очень люблю свою работу. Очень и важно. Счастлива, что Господь меня допустил до этого. Хоть как-то немножко быть полезной. Так что вот, всего доброго. Божьей помощи. Так, ну.